Всем привет! Сегодня будем готовить рагу из перца, и это блюдо, которое отлично подойдет вегетарианцам и даже веганам, потому что у нас не будет ничего животного происхождения. В основе у нас будет большое количество перцев, можно использовать разные цвета, чтобы блюдо получилось ярче. Лук, помидоры, соль, перец, вот и все. Заранее нужно бланшировать помидоры, снять с них кожицу, разрезать и вынуть, собственно, семечки, чтобы у нас остался только томат для соуса. Итак, нарезанный лук мы обжариваем с лавровым листом 10 минут. И в последние 2 минуты добавляем чеснок. К луку добавляем перец и вынимаем лавровый лист. Затем добавляем помидоры и все тушим, пока томаты не превратятся в вкусный густой соус. После чего все солим и перчим по вкусу, и блюдо готово. Количество времени, которое уйдет на превращение томата в соус, может варьироваться в зависимости от, скажем так, качества помидор, насколько он был мягкий изначально или твердый. В конце, как я уже говорила, можно добавить соль, перец по вкусу, но именно в конце, потому что томат имеет свою собственную такую кислинку, соленость. Если вы бабахнете сразу соль, то вы можете просто переборщить и будет невкусно. А если вы захотите добавить остринки, то вы можете, в принципе, смешать острый свежий перец с тем перцем, который уже есть, либо просто добавить молотый чили, либо какой-то острый пряный соус. Приятного аппетита и до новых встреч!